продолжаем рассказывать про джунгли. Здесь такой очень интересный аквариум. Даже это не аквариум, а просто срез водоема, чтобы было видно, что же происходит в воде. То есть вот то, что мы привыкли видеть в наших аквариумах, это все в джунглях водится в обычных реках и озерах. Вот эти все рыбки, они кишмя кишат. Снаружи вроде бы видите, ничего не примечательного. Гладь воды, ничего не видно. Растения какие-то, кувшинки, вон там бегемот на заднем плане залег. А под водой, посмотрите, какое великолепие.